Всем здорово, ребята, с вами DuoPlay, и мы продолжаем игру под названием Soul Knight. Я предыдущую катку все-таки попробовал сыграть, попробовал записать, короче, я там все равно просрал свою вот эту имбу в плане лука, что он автоматически стрелял по максимальному урону. В итоге что-то я там забыл вообще, откуда это пришло мне, и короче. И я потом немножко еще в нее поиграл сам для себя и вроде как более-менее в чем-то там разобрался. Хотя в этой игре куча-куча всего разного, ребята. Еще тут просто сиди и разбирайся, разбирайся в ней. Ну, мы сейчас будем с вами начинать сразу с новой катки. Тут, оказывается, еще было у меня такое. Это, оказывается, смотрите, в чем прикол. Я думаю, что многие и так уже знают, но я показываю вам то, что я понял. Здесь, короче, персонажи все разные, поняли? Вот тут выбираешь когда. А вот то, что вот здесь уже их меняешь, это их скины, ребята. Это просто тупо скины меняешь на того же самого персонажа. То есть это вообще как бы, ну, беспроблемная тема. Может быть, какие-то плюсы есть, не знаю, не могу точно сказать. Но точно знаю, что есть именно конкретно за донат, есть который можно за вот эти монеты прокачать. Кстати, неплохо уже опять набрал этих синих монет. Можно улучшить нашего персонажа, который мы в основном сейчас будем с вами играть. Видите, уже 4 звезды я прокачал, теперь у него здоровье 7. Броня 6, энергия 200 и еще крит урон повышен. Давайте еще раз качнем, посмотрим, что за это мы получим. Так, улучшили свои вот эти навыки, да? Хорошо, допустим. Так, подожди, а что еще я получил? КП-7, так, что-то ничего не поменялось. Тупо просто ушло вот в правую сторону на этих. Ладно, допустим. Хорошо. Улучшил я, не знаю, что улучшилось особо. Кто в курсе, пишите. Давайте на нем за него и начнем. Да, тут есть за донат, именно, ну, в баксах надо платить, так скажем, да. А есть которые просто за вот эти монеты. После того, как мы их открываем, вот после этого уже можно еще и грядки тут еще у нас открылись. У нас типа для тренировки. Груша. Что это нам дали сейчас? Ничего особенного. А, допустим, здесь мы кое-что там пробежались, посмотрели. А ну-ка, что это такое? А, Other World Legends. Кстати, у меня по этой игре тоже есть пара обзорчиков, да? Видите, они друг друга рекламируют, походу, от тех же самых создателей. Это начинает так прям зависать. Так, еще я открыл себе Валькирию, где вроде как идет боссов, короче, другие режимы еще тут у нас есть. Вот, портал еще какой-то матрица. Но мы пока туда лезть не будем, ребята. Нам бы сейчас немного более-менее разобраться бы в обычных, так скажем, катках прохождения. Поэтому поехали. Приятного всем просмотра. Не знаю, не обещаю, смогу ли я пройти полностью эту катку. Точно сказать вам не могу, ребят, но будем стараться, будем пробовать, посмотрим, что с этого получится. Вроде как более-менее начинаю уже понимать, что происходит тут у нас на экране, а то, ну, реально. Как только начинаешь, много чего происходит, и начинаешь не все замечать, не все понимать. Так, допустим, наверху у нас. Надо, да, сразу сначала бежать, собирать эти сундуки, вот эти восклицательные знаки, такие плюхи приятные. Опа. Катана, которая в итоге фиолетовая, да? По идее, должна быть покруче. А, покруче пистолета в любом случае. Просто ближний бой, кстати. Так, а ну-ка. Все, подобрали. Еще и ивентовые тоже режимы есть. Но я опять-таки говорю. Мы пока что с вами просто бегаем, просто разбираемся, в принципе, в игре. Чтобы понимать, как в нее правильно играть. Ну и, в принципе, куча всего интересного тут тоже можно найти в игре. Когда проходишь обычные задания. Классический, так скажем, да, режим. Хорош, хорош катана. Вообще, мне нравится. Правда, нам бы скорость движения побольше, да, а то как-то пока добежишь до врага. Нормально. Так, сундуки не забываем подбирать. Их может выпадать всякое разное полезное. Поехали. Тут еще, кстати, вне вот это, да, режима, можно еще там на базе еще всякое разное крафтить, всякое разное создавать. То есть кучу всего во всем надо еще разбираться в первую очередь. Гарантированно критическое попадание в течение короткого времени при снижении здоровья.
Так, то есть если она попадает, то у нас есть шанс, типа, по-любому критический урон. Набить. Шанс восстановить броню при наложении отразного эффекта на врагов. Монстры могут взорваться после смерти. А я вот не знаю, взрыв на меня влияет или нет. Ладно, давайте, наверное, вот это восстанавливаем броню. Не знаю, какое у нас будет оружие. Будем ли мы какие-нибудь эффекты налаживать на врага. Пока ничего не надо, но поэтому поехали дальше. Пока не будем тратить деньги. Не, хороша катана однозначно. Тупо ваншотает на начальных уровнях. Так, что у нас? Ну, в любом случае будет получше. Получше нашего пестика. Так, что-то мы можем тут улучшить. Ну, наверное, давайте катану улучшим. Посмотрим, что нам предложит. Оружейник. Так. Точильный камень. Так, а что она дает? Я так и не прочел. Ладно. Наверное, урон повышает, да, скорее всего. Опа. Нас заморозили. И, кстати, я заметил, что он именно улучшает именно тот тип оружия, что у нас стоит. То есть он, ну, не, эти улучшения не на все оружие подходят. То есть, если вы нашли какое-то хорошее оружие для себя, в любом случае его со спокойной душой можно улучшать, потому что он именно даст то, что нам надо. Так, что там, кто еще остался? Тут толстый. Все, хорош. Поехали дальше. А, я тут сундук не подобрал, да? Он вроде как в любом случае должен появляться. Ну, будем надеяться, что я быстро буду доходить до следующих уровней, так скажем, да, до босса, потому что как-то не знаю. Делить одну катку на несколько серий. Так, это нормально получается, выходит или не нормально. Ну, посмотрим. Ну, блин, по час-полтора тоже видео не особо хочется, конечно, выложить, потому что это обрабатывается потом целый, не знаю, по 5-6 часов. Тоже не особо хотелось бы, чтобы так в итоге было. Так, это что у нас? Присоска. Вантус, нет. Вантус меня не интересует. Хотя могли бы подобрать, чтобы посмотреть, что за улучшение на меч поставили. Ну хорош. Меч. Потому что, смотрите, просто тупо всех ваншотает. А, еще плюс вроде как мечи, вот эти, да, оружие ближнего боя уничтожает вражеские вот эти пульки, которые по нам под. Ну, нам летят, так скажем. Это тоже один из плюсов ближнего боя. Это такой жирный плюс, как по мне. Особенно, когда оружие быстрое, да, быстро ударяет, это вообще класс. Так, хорош. Здесь мы зачистили. Поехали дальше. В любом случае, зачистка это хорошо. Это как минимум денежки дают. Может еще что-то, какое-то оружие можешь выпасть из сундуков, которые выпадают в конце зачистки, так скажем. То есть поэтому, соответственно, это не игнорируем этот момент. И зачищаем все подряд. Так. Нормально. Оп. Все, хорош. Идем дальше. Поехали. Вот это класс. Увеличение запас здоровья. Увеличение скорости пули врага. Такое. Пускает волну цигун, которая накапливает энергию, когда атакуешь врага голыми руками. Но я голыми руками не особо борюсь, поэтому. Поэтому увеличение запас здоровья однозначно.
Так, защиту нашу пробили. Когда защита кончается, надо подальше от врагов стоять, чтобы восстановить защиту, и ХП у нас, соответственно, не отнималось. Блин, а? Вот, кстати, клетка. В клетках могут находиться или торговцы вот эти черные. Это что-то типа, как в Айзеке. Дьявольская сделка, блин. Так, это кто у нас? Неужели есть грибы? Нанять этого героя за 0 копеек. Ну, пошли. Думаю, этот герой лишним не будет для нас. Так, перековка, переплавка. Так, сколько требуется с меня? 6 монет, ну, можно попробовать. Фигня какая-то опять еще очередная выпала. Просто было такое, что я там оранжевое, да, оружие, да, уже. Ну, легендарное оружие. Оно переделало ее в эпическое. То есть в фиолетовый с оранжевым. Поэтому не знаю. Это работает фигня. Так, тормозит, соответственно, игра. Нехорошо. Кстати, когда просто играешь без записи экрана, оно не так, ну, такое не происходит, FPS не пролагивает. Ну, наверное. Нагрузка сильно большая получается. При записи экрана. И игре, соответственно. Так, готово. Так, идем, собираем сундучок, соответственно. Я забываю, кстати, навык использовать постоянно. Так, ивовый клинок. Большое зелье. Ну, зелье энергии нам не нужно. А ну, что если мы подберем вот это? Оно, в принципе, то же самое, да? Одинаково хоть? Да, это тупо одинаковое оружие. Так. Точильный камень. Плюс 3 урона. Ну, давай. Поехали. Ну и зелье энергии там тоже не нужно было, поэтому смысл. Так, что у нас? Когда будет уже босс? 12 минут. Не, наверное, все-таки не получится. Не, если я буду записывать прям, ну, этот, это будет очень долго. Победили босса, значит, следующая серия. Наверное, больше для стрима игра подходит, чтобы именно долго можно было играть в нее, там, проходить. Потому что одна катка, ну, занимает, наверное, около часа времени. Опа. Ну, то есть стрим, соответственно, на ПК с удобствами. Так скажем, да, чтобы ты сел себе спокойно, запустил стрим, налил себе чаечку и проходил, и играл с кайфом. И радовал зрителей, так скажем. Торговцы со средствами передвижениями. О, кстати. 20 хочу, чё не хочу. Поехали. Ага, говно катает, бля. Жук-говновоз. Так, ладно. Берем дробаш. А ну, а этот... Это говно, оно как-то их давит, наверное, врагов. О, да. Он наносит урон, прикольно. Так, конечно, игра лагает. Это просто тупо жесть. Да, наш жук, походу, скоро погибнет, потому что я играю очень неаккуратно, так скажем. Я икаю, а? Ну, надеюсь, что на босса хватит, да, моего жука. Кристаллический краб-гигант. А ну-ка, иди сюда, кристаллический краб-гигант. Сейчас будем тебя наказывать. Хорош, хорош, хорош. Дробаша прям нормально так. Блин, погибнул мой бедолага. Краб. А, не краб, это жук. А, звук как из этого, из контры, да? Да не, это капец. А если так будет глючить, то смысл? Ебать, он воскрешается, блин, это капец. Это нехорошо на самом деле. Блин, нас еще убили. Зашибись. Давайте 200 монет потрачу, чтобы потом реклама нас не задолбала.
это же в следующий раз у нас не будет возможности, так скажем, воскрешаться, да, у нас сразу будет как пройденный этап, да. Какие-то карты еще набрали. Будет, соответственно... А, это оружие. Бля, я думал, это типа какой-то материал. Не-не, кинжал мне нужен. Кинжал мне нравится, а вот... Дробаш такое себе. Лучше, наверное, вот этими картами кидать, может, от них будет больше толку. Не знаю, не знаю. Так, ладно. Поехали дальше. И будем на эту серию, собственно, заканчивать. И вы сами видите, что тут, ну, капец, как начинает глючить игра. И, скорее всего, в следующей серии будет не скоро, разве что, когда будет новый телефон или новый комп. Фиг его знает, неизвестно. Физический урон от пуль может пробить броню врага. Блокирует один стихийный эффект. Каждый это нет. Выпускает волну. Это, наверное, больше всего подходит нашей ситуации. И мы на этом будем заканчивать. Прожимайте лайки, оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал, прожимай на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на моем канале. До следующих видосов. Всем удачи, всем пока.